Через несколько секунд мы будем свидетелями, как это яйцо. Вернее, как из этого яйца будет вылупляться вот какой-то чудо-лунтик, купленный за 150 рублей. Заливаем водой. Какое чудо должно у нас как-то появиться через 24 часа. Вот наше яйцо. Пришлось его переселить в более большую такую емкость. И надо сказать, что через 7 часов появилась вот трещинка. Где трещинка-то, елки-палки? Вот она, трещинка. 7 часов. В воде какая-то типа шелуха. Вот там уже появляются какие-то трещинки. Скоро вылупится. Вот наш детеныш вылупляется. И уже видно, как скорлупка лопается. И что-то там должно появиться. О боже! Там что-то такое вылупляется. Интересно. Интересно. Вот у нашего лунтика то ли ручка, то ли рожки. Не пойму, что это такое вылупляется. Только мне кажется, уже как-то долго он вылупляется. Так, вот что у нас там получается. Вот наш лунтик практически вылупился. И надо ему помочь. Мы сейчас почистим от скорлупки. Вылупим его из скорлупки. Вот. Ой, какой он скользкий. Противный. Ёлки-палки. Вот он какой-то смешной. Поместим его в такой вот. Во. Вот такое чудо, блин, странное. Глаз только не видно, глаза заплыли. И вот он. Будет расти дальше. Какой-то такой, какой-то сморщенный. Нафаня хочет нашего лунтика заморщить. Ты напьешься, а потом как будешь мне тут по всей квартире? Нафаня, не надо пить. Что делаешь? Вот он результат, который мы пытались получить. Вернее, получили. Вот такое чудо у нас выросло. Называется лунтик. И по ходу дела расти ему больше не будет, у него начнется обратный процесс. Процесс старения. Чё, Нафаня? Ты тоже в шоке? Скажи, чем дня ты, мамка, занималась 3 дня? Чем занималась?